История органов внутренних дел Беларуси – это неотъемлемая часть истории белорусского народа и государства. Во все времена деятельность и совершенствование любого правоохранительного органа происходит на основе накопленного исторического опыта. Современное состояние милиции республики является итогом ее длительной эволюции, накопления, обобщения и использования наиболее оптимальных и эффективных форм работы. С вами Рэй и всем Geek Rogers. Поехали! Зарождение белорусской милиции связано с революционными событиями 1917 года, когда на смену царской полиции пришла народная милиция временного правительства, а после октября – советская рабочая и рабоче-крестьянская милиция, наследницей которой является современная милиция Республики Беларусь. Задача и цель органов внутренних дел Беларуси – находясь в гуще жизни, быть с народом, жить его интересами и проблемами, используя потенциал всех служб и подразделений, защищать исконные интересы каждого гражданина. Сегодня органы внутренних дел республики представляют собой высокопрофессиональный государственный орган, эффективно развивающийся в русле мировых тенденций правоохранительной деятельности. Вот черт, нас нашли. Это не моя травка. С вами был Geek Rogers и Рэй. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пора валить. Оружие на пол, руки за голову, всем лежать, морды в пол!